Union, мы продолжаем проходить вторую часть Assassin's Creed. Что же мы будем делать в этой серии? В этой серии мы начнем, естественно, с гробницы. Потом, скорее всего, мы вернемся в поместье. Отнесем А, перья, Б. По-моему, на страничке кодекса есть В. Стоп. Ушел вон. Да блин, ну ты серьезно. Нет. Я вот это про заметил еще. Вот вам еще одно задание. Погнали разбираться. Видишь? Ты видишь, что происходит? Еще нет, но увидишь. Я-то да, я все вижу. Орудие власти получить доступ к файлу. Сила в их руках разила врагов. И. Погоди. Давайте внимательно смотреть. Не вижу. Так. Здесь правда тоже. Сложно, сложно. Погоди. Давайте по новой. Отто фон Бисмарк. Тут вообще ни при чем. Персей, допустим, это логично. Тебя возьмем. Где у нас было несовпадение? Тебя уберем, тебя уберем. Так, ладно. Убираем все. Что-то я не вижу, походу. Так, ищем яблоко. Взрывы, огонь. Или это должно быть по другой логике, то есть... Вот, по идее, раз, два. Нет. Еще лучше тебя уберем. Стоп, или в тупую все с оружием, что ли? Давай себя уберем. Нет. Нет. Я так могу долго ты, конечно. Кажется, я что-то нашел. Здесь много воинов, верно? Но не все из них вооружены. Отлично, я согласен. Я так и думал.
вооружен. А, нет. Есть оружие. Его берем. Здесь нет. Здесь есть. Артур Дарк. У него тоже оружия нет. Вооружен. Вооружен. Вооружена. Вооружен. Меч. Чего? Чего-чего? Мудрецы опирались на великое могущество. Король Людовик XIV. Император Шунджи, Китай. Иоанн Креститель, Иерусалим. Вот это уже интересно. Погоди. У него что-то есть. Ахилл, Греция. Тоже, допустим. И Менхотеп III. Менхотеп, да. Я намек понял. Шабатак, Египет. Раз, два, три, четыре, пять. Еще 34-й это посох. Обалденно. Что еще есть там? Давай, вводи. Мы смотреть даже кусками это не будем, потому что бессмысленно. Так, а мы идем, собственно, вот сюда. Ладно, намек понятен. Внимание! Внимание! Жители города, будьте начеку! В нашем квартале замечены опасные преступники! Это лестница! Наверху, что ли? Убийца уже здесь! Уводите родных! Наверху-то вроде быть не должно. Они же у нас вроде как под землей в основном. Ну как в основном? Должны быть под землей. Что я подтупливаю? Забудьте про честь и идеалы! Да нет! Встань! О! Это в тему. Но не то. Так, все. И вот типа здесь, ну, видимо, да? Ага, вот тут, походу. Вход. Погнали. А я что-то просто у первых загадок картинки не рассмотрелся. И поэтому протыкался так. Но он мне такую классную подсказку дал. Да, это, говорит, оружие. Я такой, типа, блин, зашибись, я понял. Крыса и вода. Проникните в Торегроса и найдите печать ассасина. Хорошо. То как-то можно по-нормальному попасть? Нырнул я зря, да? А, ну да, для идиотов здесь вот такая хрень есть. Или наоборот, для умных людей. Что у нас здесь? А, рычаг просто. Опять что-нибудь написано. Так. Ага. О, далеко.
удобнее. Этот катушон. Нет, уж. Держите его! Ну ладно. Собственно, так и хотел. Точнее как, я хотел сейчас по-быстрому убить. Ну, так вы. Куда он дел? Эккола! Бей его! Да? Я убиваю эту, знаешь, его напарник такой. Зачем ему капюшон? Что он скрывает? Свою башку от дождя я скрываю. Так, у меня все есть. У меня ножей нет. Это повод. Вот вас общупать. Яд. Вот, кстати, яд неполный, видите? Ни яда, ни ножей. Вот. Сейчас наберем. Где тут последний? Первый-то был. Метательные ножи. Вот. Сейчас попрет. Так. Он с этого края, что ли? Ага. Все нормально. Не всегда очевидно, короче, как, куда, в какую сторону прыгнуть, если ты держишь руку тут, в том или ином направлении. Из-за того, что вот так вот камера меняется, конечно, вообще не в тему. Это, конечно, может для удобства перемещения в замкнутом пространстве, но хер его пойми. Баблосиков нет? Чувак наверху есть, да? Ну ладно. Надо по-быстрому пришить, а не как вот до этого. Вот нормально. Ножи есть? Ножи, лекарства, кредиты. Я не знаю, еще 4 флорина. Блин, мало. Понятно. Что такое? Знаешь, что мне не нравится? Тоже допопасть, по-моему, можно было. Ну ладно. Ёп! Чё-то вас дохрена. А мне дымовух не осталось. О, кстати, дымовухи бы мне пригодились, опять же. А мне на люстру. Ёкарный глаз. Они ко мне залезут? Ой-ой-ой. Это надолго. Я знаю его. Хочу быстрее, он уходит! Вот он! Кто? Ну я хер его знаю, давайте здесь их подстерегать каждого. Убей! Молчать. Вот, шашечки. Ладно. Ладно, тоже зашибись. По-тихому мы все делаем, пока что. Так, стоп. Понял. Через камин, да, походу? Выглядит так, как будто залезть на него можно. Да, все, через камин. Погнали. Давай, залезь же здесь. Еще скажи нет. А, здесь еще вязанка дров есть. Плов готов, я понял. Этот капюшон. Эккола! Черт! Он уходит! Эккола! Там! Эккола! Бей его!
Да, неудачно вышло. Блин, как он быстро стал клинком брать. Кстати, нам же нужно к Леонардо заскочить. Да? С этими еще страницами-то. Здесь же все нихера так непросто. Точно, точно. Что-то я запамятовал, он же нам может хпшку прибавить, может не прибавить. Потому что он жмот. А я на кой сюда? Блядь, я еще не придумал, зачем мне все надо. А, понял. Все. Только надо сразу было на окно прыгать. Хотя что-то прыгать на окно сам-то сэканул бы. Ну, не то, чтобы я не сэканул все остальное дело, что он делает, но... Я, конечно, понимаю, что у нас акробат уровень бог, но, блин... Эй, это же он! Куда он подевался? Да я тебя сейчас скину вниз, нахрен, что ты мне тут? Маледиционе, куда он делся? Ку-ку. Черт, скользкий гаденыш. А ты тупой. Блин, что-то прям... У нас, походу, вся серия на это уйдет, что ли, страница кодекса, и вот... Не хотелось бы так. Ну ладно. А внизу что-нибудь есть? Я просто искренне здесь еще бабло найти. Ну, видимо, хрен. Мне приспичило, короче, скупить все оружие, что есть. Даже то, что мне не сильно нужно. Просто типа для коллекции, все дела. И, кстати, вот картины можно начать покупать. Хотя, может, у нас еще броня откроется. Эккола! Там! Там! Где? Где? Ты упал! Да, на мой коле отбыл, ну ладно, не важно. Так. Интересно, они что, сами так же лазят? То есть ему не влом сделать себе ступеньки, но не влом, вот так вот лазить, да, постоянно? Особенно вот если дальше там кто-то еще есть, вообще обалдеть просто. Ну, здесь есть люди, мне как бы похеру. А, не с колчаном, там типа лук, стрелы. Слез Экол! Нет уж, держите! Чего? Кого? Я не понял, повтори, кого держать? Ножи. Чем? Итого. Ножи добили. Все, добили. Я буду с кинжальчиком ходить. А, погоди. Я сейчас залез дальше куда? Потерялся. Стоп. Ага, понял. Нет, не понял. Вот эти кольца мне нужны. К ним надо как-то залезть. Ты все же правильно, скорее всего, делал. Ага, понял. Понял. Хотя я не очень понимаю, типа, отсюда ему не хватает, он через... Зато он по стеклу, типа, вот этому залезет, да. Факт, точнее. Логика интересная, ну ладно. Зря, рано. Теперь сюда. Ага. Опять рано. Тороплюсь маленько. Хорошо, и вверх просто до упора. А, нет, направо. Так. Ура, мы добрались. Сначала деньги, потом стулья. 250, понятно. Их три хоть или два? Ну, как бы пришли пустые, будем с деньгами. Да, там нет, то есть их три штучки, 750, да? Ну, точнее, 750 все вместе. Ой, некрасиво вышло. Ну, давай.
что у тебя есть то, что нужно мне. Ладно. Один печать ассасин. Да, ну один, прикинь. Ой, еще 1250 сверху, то есть два косаря. И все, идемте разовьем до конца поместье, и может допочки потом успеем пополнить. А, хотя нам сначала к этому, к... К Леонардо. Странички-то у нас есть. Да. Блин, а там еще допы. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, там куча убийств. Хотя, стоп, он может набрал с двух городов все сюда. Нет, глупо. Ну, так или иначе... Так. В этой серии на сюжет мы... Или пойдем, или нет. Да, и вот он, сундук у нас почти полон, так что надо сгонять туда. Убийца уже... Мы это сделаем под конец, короче. Салюты, хотя бы еще одно Эдсо. Задание выполним. Антонио Мафей укрылся на вершине самого высокого здания. Сыплет оттуда поровну пророчествами и стрелами. Похоже, совсем спятил. Что еще хуже? Он окружил себя лучниками. Чтобы подобраться к Мафее, придется разделаться с ними. Спасибо за сведения. Убейте Антонио Мафеи на башне Сан-Джиминьяно. Принять. Ну давай, давай, давай. Чё? Для этого убийцы нет ничего святого. Он воплощение... Йо! Ага. Ладно, это выглядит стрёмно. Я как бы масштаб трагедии понял. Но это задница. Давай, давайте сначала сюда, ну потому что, ну блин, и хер пойми. Давай не будем раньше времени лучше поднимать. Серьезно? И? Братья. А, он типа по два захватывает, да? Окей. И сказал Сатанакай, ну поклянись горлом твоим, если расскажешь, умрешь. Понятно. Что еще? Так, смотрим, где он совпадет с чем-нибудь. Тут явно нога. Так. Твою мать. Так, погоди. Угу.
Так, стоп, а здесь что, надо боком, что ли, выставить по итогу? Давай так попробуем. У нас центровух прям вращается, да? Это одна, это два кольца. А в том, что вон те ноги должны быть внизу, да? Вот так должно быть. Эта тьма должна быть внизу вся. Вот так. Вот сейчас она встанет. В смысле, хрен. Да ну нафиг. Это и было это сделано тайно. Чё нашел? Хер пойми. Так стало чуть понятнее. В общем, это должно быть еще на угол сюда. И сказал Каин: «Воистину, я Махан, владетель великой тайны». Да ну нахер. О, вот это вот сейчас надо еще будет разобраться. Хотя... кусок какого-то дерева. Не понял. Ага. Нет? Я не знаю, куда это. А, вот. Кстати, возможно, даже с углом угадал. Чувак здесь на коленях стоит. Сейчас остался его шевелюру найти. Вот так. Так, стоп. Центр не двигается. Значит, тихо.
Вот. А потом и назвался Каин властитель Махан, и он хвалился своим нечестием. Офигенно. Тале. И пароль есть. Обалденно. То есть мы еще две загадки за серию нашли. Хотя вообще не планировал. Ну, зашибись. А по пятам за ним следует след. Почему, спросите вы? Потому что вы в пути и покорили... Он там! Ничего! Раз. Вы марионетки, ослепленные блеском золота, одурманенные коварными речами. Хотя... Нахер мне их убивать, я ж так нам долезу. Утратили достоинство, утратили веру. Такая дорога не до конца сейчас вижу. Ой, а в смысле это полезно? И пока вы не обретете веру, демоны будут пожирать ваши души и пугать. Да не будут, успокойся. Знаете же, что добрые люди гибли, чтобы защитить эту землю и очистить ее от зла. Но неужели думаешь, что его сейчас их реально будут убивать? Я не хочу. Чтобы вместе мы сумели остановить эту тьму. Здесь шлесть осталось. Вот сейчас я не скину нахер, если ты будешь. Я буду говорить, и слушай, земля, вот, слова удачно вышло, они развернулись. Прольется, как дождь, учение мое, как краса, речь моя. И все тут осталось, вот реально. Как дождь на зелень, как ливень на траву. Во имя Господа прославляю. О, как он языком там чешет, это жесть. Воздайте славу Богу нашему. Он твердыня. Вот за пером, конечно, надо послазить будет. Так лень. Все пути его праведны. Бог верен. Подожди, трипло, сейчас долезу к тебе. Нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Но они развратились пред ним. Слезай, Стронг. Они не дети его по своему... Закрой рот. Все, хватит. Извините прочь, демон. Прояви уважение к смерти, друг мой. Я покажу тебе уважение. Не ты, я. Пусть твое тело и разум наконец обретут покой. Покойся с миром. Что-то нам никакой информации не дал. Тысяча за это. А у тебя что-нибудь есть, кстати? Ты богат. А где я перо-то видел? Ага, вон там. Блин, ну мы за ним сейчас слазим. Так, сокровища я уже сказал, что я буду собирать в отдельной серии. Я в деньгах не нуждаюсь, это будет чисто уже до собирания. Если будет кому-то интересно. Ну или просто мне приспичит дособрать все. Такой шанс, в принципе, тоже есть. Такая вероятность, точнее. Блин, мне перышко хочется. Где, куда? Где проплатить, чтобы залезть на него? Не понял. Типа чего? А все, вот это мы используем как раз. Вот там вот это объявление для кого висит. Ну так вот поржать, конечно. То есть. Так, ладно. И перо у нас теперь есть. Тогда мы чё? Отправляемся. Во Флоренцию нам надо, да. Подходи, не стесняйся. Уходи, не плачь. Уходи! Но мне да и не надо, чё пристали? Да, мы, наверное, кстати, вот закончим на том, что я сейчас доберусь до Флоренции. Или хотя,
Может, даже сразу дела с Вилой все завершить успеть. Не знаю пока, не решил. Ну, вообще, наверное, в идеале, да, и с делами со всеми уже разобраться. Ну ладно. Хотя бы туда доберемся. Я ухожу. Я ухожу. Уходи. Прочь от Седова. Да, мне нужна Флоренция. Да, конечно, много мы заданий успели пройти. По факту две загадки. И две... Ну, одна полусюжетка, полупобочка. Одна сюжетка. А где у нас этот одаренный? Нету. Нету. Хотя, стоп, это куда у нас? Ну, еще круче, поехали на виллу, типа рано. А там, наверное, типа этот. Для одной надо одну страничку, для типа второй две и что-нибудь вот такое. Там, наверное, есть. Там, то есть, не каждый раз одно и то же количество, мне кажется. Или у меня их тупо сейчас мало, я не знаю. Но еще лучше. Как раз сейчас с виллой до конца и разберемся, значит. Выделим немного на это времени. Ха-ха-ха-ха-ха. Нет, конечно... Обидно в плане вот статуэток. То есть я одну не нашел, и я ее до сих пор не видел. Извините, друзья, но я принимаю заказ. Я уверен, у меня есть то, что вам нужно. Может... Картины здесь нет. Стоп, а в каждом городе свои картины, типа, или что? Я просто еще не проверял. Да именно картины все накупить. Так, во-первых, что со страницами кодекс? А здесь только расшифрованные. Они расшифрованные у меня есть, но и типа их нахер они им здесь не упали. Ладно. Тогда идем, относим перья. Смотрим, зачем нас просили их сейчас отнести. Перья дай положить. Пять перьев я принес, да? А на колят. Ну, то есть... Ладно. Ох, как я забрался. Я ж сам обалдел. А чё-то погоди. Хватает. Все лавки открыты, плюс. Ладно. Собран все оружие, собран. Нет, талички. У нас тут почти максимум. Я вовремя пришел. Обалдеть. Так, братик, у меня 29 тысяч пришло. У меня 33 есть, и давай-ка этот. Привет, Эдсо! Давай поглядим на список. Да как, что список? Сейчас закроем все, мы нахрен. Банк. 5-9, да пофиг, давай. Врач. У меня осталось еще 19 тысяч, да? Даже стоимость, честно говоря, не смотрю уже. И пятак. Все. Больше ничего нет. Да? Все. Bon viaggio! А?
все купили. То есть, или... нам нужно. Вот это менял не с тем, чем надо. Все. Сейчас мы чуть закупимся. По 10 тысяч. Столько не надо. Так, стоп, то кузнецу сначала. Вы не поверите! Нас... Доспехи. Нового ну нет. Ладно, похоже, я и нажал не ту кнопку. Хрен с ним, тогда картины. Сумки. У меня все есть. Покраска одежды, что-то новое есть. Нету. А, так. Да, я за картину куда-то не туда зашел. Картины. Дама с горностаем. Берем. Мы все возьмем. Длинная серия, конечно. Сейчас просто все бабки всрем, короче, и успокоимся. Че? А кажется, типа дороже, что ли? Вот это было 200 чем-то. 1053. Вообще пофиг. Вообще просто пофиг. Не забудьте рассказать обо мне друзьям. Слушайте, слушайте! Я распродаю излишки. Отлично, вешать их самому не надо. А вот это у меня и денег-то на это нету. Ага, как нехорошо вышло. А молот есть. Принять. Назад. Короткое оружие. А здесь я все купил. Уверен, вам понравятся мои товары. Я что-то сейчас там стоимость прям вбахиваю, я не знаю. У меня скоро, мне кажется... А, там же доход-то больше, наверное, не будет, но... Во-первых, мне нужен обратно меч капитана. Вот. И, в общем-то, на этом мы тогда серию завершим. Да? Что мы будем делать в следующей серии? В следующей серии, я думаю, мы продолжим прям нормально сюжетку, да, на серию нормально ее растянем. И дальше там посмотрим, как получится. В общем, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, рассказывайте об этом видео своим друзьям. Всем спасибо, всем пока. Работа лучших ремесленников!